спишет информация. Только учтите, что в данном случае я вам для вас ситуацию резко упрощаю. Объяснение будет на уровне модели козы. Такое объяснение, по-моему, не претендует на объяснение реальных причин. Потому что реальные причины там достаточно сильные. Итак, запомним для себя, что из 20 радикалов, вот всего в цепочку может 20 разных радикалов объединяться. Так вот, некоторые из 20 радикалов запрещают проводить в своем районе водородные связи. Просто если станет такой радикал, в этом месте водородную связь замкнуть нельзя. В белок оказываются включены такие радикалы. Он начал образовывать альфа-спираль. Смотрим, что у него выйдет. Вот здесь запрещающих радикалов нет. Нормальная спиралька. Стоп, в этом месте запрещающий радикал. Можно ли здесь вот эти водородные связи провести? Нет, в этом месте цепочка останется незакрученной. А дальше воздействие радикала кончилось, опять участок закрутился. А дальше еще один запрещающий. Незакрученный участок. А дальше опять закрутился. Смотрим. Вот здесь и здесь никакой закрутки не произошло. А это значит, вот эти водороды и кислороды, да, не образовали водородных связей. То есть вот так торчит минус, вот так плюс. Вот так минус, вот так плюс. Согласны? И здесь ровно так же. Хорошо. А теперь, что произойдет, если мы две такие молекулы в растворе сблизим? Отлично. Вот на второй такой же молекула. Обратите внимание, у этой молекулы здесь плюсы есть, да. А здесь минусы. А у этой здесь плюсы есть, а здесь минусы. Что будет с этими стволками? Притянутся друг к другу. Вот это второй вариант, это тоже вторичная структура. Но благодаря взаимодействию между местными полюсами разных пептидов, пружинки слились вместе. Ну, на самом деле они заплетутся в косичку. Типичным вариантом очень важного и очень распространенного белка, который имеет такой вариант вторичной структуры, будет белок коллаген, самый главный белок нашей соединительной ткани. Из коллагена состоят ваши сухожилия, ваши связки, внутренний слой кожи, сшивки между костями и так далее. Пример такой вторичной структуры – белок коллаген, из которого построены сухожилия, связки, внутренний слой кожи и так далее. По своим свойствам, что из себя представляет коллаген? Волокна коллагена гибкие, то есть он ведет себя просто как шнурок, его можно там завязывать узлами, ради бога, никаких проблем. Вот прочность на разрыв у него примерно такая же, как у стальной проволоки. Вот берем два разных примера. У вас есть кусок стальной проволоки и кусок резинового шнура. Вы начинаете растягивать резиновый шнур. Что с ним происходит? Сразу порвется? Нет, не сразу, он сначала растягивается до предела. Сначала растягивается, растягивается, растягивается. Когда предел прочности на разрыв пройден, он лопнет. Теперь берем стальную проволоку, начинаем растягивать. Будет ли она растягиваться? Исключительно мало. Ну, на самом деле, процента на полтора стальная проволока удлинится. Всего лишь на 1,5%. Я еще сильнее потяну. Еще? Лопнет. Лопнет. Если достаточно сильно потянуть, конечно. Порвать можно все, что угодно. Сломать вообще дело не хитрое. Намного хитрее построить. А разрушить, приложив на пью побольше, ради бога разрушить. Здесь важно вот что. Умеет ли стальная проволока как следует удлиняться? Или не умеет? Нет. Резиновый шнур нет, стальная проволока нет. Она будет сопротивляться усилиям до тех пор, пока не разрушится. А вот
и бриняться как следует не умеет. Коллаген ведет себя примерно так же. Взять и вытянуть в длину молекулу коллагена невозможно. Он будет сопротивляться, сопротивляться, сопротивляться. А если уж вы слишком сильно потянули, он просто порвется. Идея понятна? Надо сказать, что у нас и в связках, и в коже есть другой белочек. Он тоже такой же волокнистый, волокна образует. Просто у него структура другая. Называться он будет эластином. Вот эластин ведет себя не как стальная проволока, а как раз как резиновый шнур. Если тянуть за молекулу эластина, что с ним будет? Он начинает растягиваться. Он эластичен. И если вы его не разрушили, а просто уменьшили нагрузку, он опять сократится, опять как резиновый шнур. Да? Значит, вот таким образом эластин и коллаген дополняют свойства друг друга, позволяя строить достаточно упругие и прочные связи между разными частями в нашем теле. Хорошо. А теперь берем крайний случай. Мы взяли и в такую ленту напихали огромное количество запрещающих артикалов. И что окажется? Окажется, что вот этот участок, где стоят запрещающие артикалы, свернуться не может. А вот этот участок без них, здесь начал образовываться виток, вот он начал образовываться. Но потом опять участок с запрещающими. Нельзя свернуться. А потом опять кусочек без них начал образовываться другой виток. А потом еще один. В результате получили мы вот такую странную загогулину. Из этой загогулины плюсы и минусы вот так торчат. Отлично. Ну и здесь. И по всей длине. А что будет, если следующий такой загогульный? Она будет похожа. А понятно, что она вот эта станет. А следующая? Да. Вот эта станет. А следующая? Да. Ага. В результате мы получим пластинку, больше всего похожую на шифер, которые используют для того, чтобы, крыша утонула, сарай делать и так далее. Видели такие волнистые пластины? Черепицы. Черепицы, да. Получаем вот такую молекулярную черепицу, молекулярную волнистую пластину. Такая конструкция уже будет называться бета-слой. Это тоже вариант вторичной структуры бета-слой. Ну и типичный представитель бета-белков – это белок шелка. На самом деле шелковая нить состоит вот из таких пластинок молекулярных, которые просто зацепились друг за друга. Во всех этих случаях связи, вот такие формы, определяются водородными связями, которые между радикалами или между общими частями. Если вторичная структура, то связи только между общими частями. Вот между этим хозяйством. Следующий протокол какая? Хорошо, получили эту спираль. Вот она. Из каждого оборота радикалы торчат? Да. Ага, их 20 разных. Так вот, оказывается, что многие радикалы могут вступать в химическую реакцию друг с другом. В частности, некоторые радикалы содержат серу. И если встретились в пространстве два серосодержащих радикала, они молниеносно замкнут двойную ковалентную связь друг с другом. Возникнет так называемый бисульфидный мостик. Связь исключительно прочная. Есть спиртовые радикалы, а есть кислотные радикалы. А вы знаете, что спирты с кислотами вступают в реакцию. Какие вещества образуются? Эфиры. Правильно. Есть гидрофильные радикалы, а есть гидрофобные. Гидрофильные радикалы притянутся друг к другу. Их вода прижмет друг к другу. В результате опустил я такую спиральку в воду. И если... Вот давайте точки взаимодействующих радикалов покажу. Здесь находится радикал,
который может вступить в реакцию с вот этим. Вот здесь находится радикал, который может вступить в реакцию с вот этим. А, получается, они еще раз могут свернуться в спирали? Сейчас. Спирали это будет. А вот здесь, вот по этим точкам, стоят гидрофобные радикалы, которых вода прижмет друг к другу. Хорошо. Ну и как по-вашему, что произойдет с этой пружинкой, если она попала в воду? Она начнет это. Она еще вторую спираль разрушит. Смотри. Спираль. Является ли эта фигура спиралью? Нет. Нет. Как по-русски вы назовете? Клубок. Свернулась клубком. Сложной формы. Почему клубок не разворачивается? А его удерживают связи. Только эти связи между общими частями или уже между радикалами? Вот парочка синих радикалов взаимодействовала. Вот тройка. Желтых радикалов. Про взаимодействие. Ну, вот здесь красный радикал. До тех пор, пока эти связи существуют, может ли клубок поменять форму? Нет. Нет, не может. А вот теперь, вот такая пространственная структура, образованная за счет межрадикальных взаимодействий, будет называться третичная структура белка, а по своей форме глобула. Глобула. Белковая глобула. Третичная структура. Возникает за счет межрадикальных взаимодействий. Белковая глобула. Глобула. Шарик. Это третичная структура, третий уровень структуры, возникающая за счет межрадикальных взаимодействий. Взаимодействие между разными радикалами. Первичная структура – это вот эта лента, образованная аминокислотами, которые сшиты пептидными связями. Глобула. Возникает за счет межрадикальных взаимодействий. Вот у нас первичная структура лента, скрепленная пептидными связями. Она свернулась в спиральку, вторичная структура, а вторичная свернулась в клубок. Глобу. Уже за счет взаимодействия радикалов. Вот теперь вопрос. А все ли белки обязательно будут образовывать глобулу? Нет. Какое условие должно быть выполнено для того, чтобы белок образовывал глобулу? Именно так. В его составе, вот в этой ленте, должны быть не любые радикалы, а должны присутствовать радикалы, которые могут вступать друг с другом в взаимодействие. Исходя из того, что кератин имеет только такую структуру, у него есть такие радикалы, а у него просто нет таких радикалов, поэтому никакой глобулы не образуется. Идея ясна? Ясно. Ну и, наконец, самый высокий уровень, последняя, четвертичная структура. Выше четвертичной структуры не бывает. Скажите, пожалуйста, а вот это глобулы, все радикалы, всех аминокислот вступили в взаимодействие или нет? Нет. Да нет, конечно. Полным-полно радикалов торчит вот так. В внешней среде. А может и так случиться, что рядышком окажется еще одна глобула, допустим, вот такая, у которой радикалы окажутся попарно взаимодействующие с вот этим? Может. И в этом случае одна глобула пришьется к другой. Вот. Зона образования зумических связей. У нас это уже было. Один пептид пришивался к другому, как в коллагене или в шелке.
Только так. Связи были между радикалами или между общими частями? Общими частями. Значит, связь между общими частями все равно коррекция. А здесь связи между радикалами. Объединение в МОБУ за счет межрадикальных связей. Объединение в МОБУ за счет межрадикальных связей. Четвертично. За счет межрадикальных связей. Четвертичная структура белка. Объединение глобу за счет межрадикальных связей. Четвертичная структура белка. Ну и типичный представитель. Вещество, название которого слушали почти наверняка все. Так? Какое вещество переносит кислород в организм человека и в остальных позвоночных? Транспортер кислорода. Гемоглобин. Вот гемоглобин – это четвертичный белок. Только состоит он не из двух глобулов, а из четырех. Это четыре домена, четыре первичные структурки. Извините, третичные. Которые видны вот так. Четыре разных пептида, которые сшились друг в друге. И вот она, одна молекула гемоглобина, которая будет таскать кислород. Так? Кстати, на максимуме, на пределе, сколько молекул кислорода может присоединить к себе одна молекула гемоглобина? Как раз четыре. Обычно у нас гемоглобин грузится одной или двумя молекулами. Вообще-то, в принципе, может 4 штуки соединить. Вот так. По этим данным. Вот это такая длинная и нудная часть, которую я вам обещал. А сейчас начнутся чудеса в решении. Берем такую глобулу. Молекулы разных веществ могут вступать в реакции на расстоянии друг от друга. Или для реакции надо встретиться, столкнуться? Встретиться. Конечно. Только при контакте. Никакого там удаленного реагирования не бывает на свете. Хорошо. Тогда вопрос. Допустим, вот в составе этой глобулы выделили 200 радикалов. Скажите, пожалуйста, все ли они могут принимать участие в химических реакциях с окружающими веществами? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, представьте себе клубок шерстяных ниток. Представьте, я держу в руках клубок шерстяных ниток. Вы можете прикоснуться к началу нити? Да? Нет. Вы к концу нити можете прикоснуться? А к началу? Нет. Где начало нити находится? Внутри клубка, в центре. А почему вы не можете к нему прикоснуться? Потому что он перекрыт выше лежащими слоями. Начало перекрыто теми слоями ниток, которые лежат выше. То есть на самом деле реально вы можете прикоснуться только к самому внешнему слою. Это ясно? Хорошо. Вопрос. Какие радикалы этой глобулы могут принимать участие в химических реакциях, а какие нет? Внешние. Только те, которые на улице торчат. А те, которые упакованы туда внутрь? Не могут. У них нет контакта. Понятно? Они перекрыты. Очень хорошо. А теперь. Химические связи имеют такую характеристику, которая называется прочность. Очень грубо говоря, прочность пропорциональна тому усилию, которое надо затратить для того, чтобы разорвать эту связь. Но чем больше сил надо потратить на разрыв связи, тем связь прочнее. Прочными считаются ковалентные связи, они вполне прочные, ионные связи вполне прочные, а вот водородные связи прочные нет? Нет. Нет. Они же за счет местных зарядов.
А местные заведники всегда меньше единицы. Поэтому водородная связь непрочная. Ну, в среднем, энергия у них может быть разная совершенно, но в среднем считают, что в 20 раз менее прочно, чем ковалентная. Слабенькая связь. Легко возникают, а также легко лопаются. Так вот, для каждого типа связи можно подобрать условия, в котором эта связь лопнет. При этом для разных связей эти условия будут совпадающие или нет? Нет. Нет. Хорошо. Взяли эту молекулу и замучили ее. Мучили и замучили. Составили условия, при которых один из типов связи лопнул. Как это скажется на форме глобула? Останется прежняя? Нет. Нет, конечно. Но представьте, вы взяли пружину, свернули хитрым образом и склеили скотчем в некоторых местах, чтобы он не разворачивался. А потом взяли ножницы и паре мест скотч обрезали. Ваша укладка изменит форму или нет? Изменит. Конечно, изменит. В результате мы изменили условия, некоторые связи лопнули, и из такой глобулы мы получили вот такую. Вопрос. Химические свойства первого и второго состояния остались прежними или изменились? А почему изменились? Внутри мы ведь ничего не меняем. Так, это тот же самый белочек. Да, наружу вышли новые. Именно так. Теперь в реагентную зону попали новые радикалы. До этого они не могли проявить своих свойств, они были внутри. А теперь они вывернулись на улицу. При этом обязательно ли все прежние радикалы остались в зоне реакции? Нет, они могли наоборот туда упаковаться. Так? Вот это одно из важнейших понятий. Понятие конформации. Конформация. Вариант. Вариант структуры белка устойчивый при данных условиях. Стоп, не все. Отдельно снова спросим. При изменении условий может измениться. Что приведет? Что приведет к изменению химических свойств белка? Которые чаще всего способны поменять конформацию для разных типов белков. Вот этот список всячески рекомендую вам запомнить. Мы с ним будем сталкиваться с вами абсолютно все время. Абсолютно все время. Итак, на изменение конформации может повлиять изменение температуры. То есть изменение скорости молекулярного движения, изменение кинетической энергии среды. Вода стала бомбить систему с большей силой, и самые легкие связи лопнули, не выдержали бомбежку. А давление? Второй вариант. Давление. Бывают белки, которые
окружающей среды. Очень многие белки реагируют на изменение pH. Чуть сместились условия в сторону более кислотного или основного состояния, и связи полопались, или наоборот возникли. Четвертый вариант. Электромагнитное излучение. Ну а к электромагнитному излучению относится масса самых разных воздействий. Это и рентгеновские лучи, это и гамма-лучи, это и ультрафиолет, это и видимый свет. То есть какой есть свет? Белки видимые. Это тоже, ребят, на самом деле, это просто электромагнитные волны разной длины. Вот такие для вас вроде бы разные явления, как радиоволны, тепло, видимый свет. На самом деле это варианты одного и того же. Это разные варианты электромагнитного излучения. Так вот, разные белки по-разному реагируют на изменение электромагнитного излучения. Есть белки, меняющиеся под действием света, есть белки, меняющиеся под действием ультрафиолета и так далее. Вот пока, да, ну и последнее, пятое. Последнее, пятое. Для каждого артикальщика можно подобрать какие-нибудь такие хитрые химические вещества, с которыми он будет взаимодействовать охотнее, чем со своим партнером. И из таких веществ добавить в раствор. Что будет со связью такого радикала? Мы добавили участников, с которыми радикал реагирует охотнее, чем со своим партнером. Связь лопнет. Так называться это пятое условие будет активные химические вещества. Ясно, что для каждого белка это своя группа. Но да. Итак, последнее пятое. Активное химическое. Вот этот список условий, которые способны изменять конформацию белков. А теперь давайте подумаем. Мы взяли такой белок и сжали. Он, допустим, реагирует на изменение давления. Конформация его изменилась? Да. Да, изменилась. А после этого я взял и убрал давление. Вернул условия к прежним. Что произойдет? Изменит свою форму. А как он изменит свою форму? Смотрите, пока не было давления, он был вот такой формы. Я повысил давление, оказалось, что вот эти желтые связи в этом состоянии стали неустойчивыми, они лопнули. Так, белок изменил форму. Теперь я убрал давление. Конечно, установлен. Ведь все участники остались на местах. Они на своих местах стоят. Другое дело, что они потеряли притяжение друг к другу, потеряли связь. Но как только я снизил давление, если они остались на местах, они, конечно, установлены. В результате очень важная особенность. При возврате условий, что может произойти с конформацией? Смотрите, у нас были исходные условия, потом и в исходных условиях у нас конформация 1. Так? Изменили условия, перешла в конформацию 2. Вернул условия к прежним. Я перешел обратно. Опять вернулась к конформации 1. Вот такой вариант будет называться обратимая конформация. Конформация, изменение конформации часто носит обратимый характер. Изменение конформации часто носит обратимый характер. То есть вернул условия к прежним, и все, белочек
восстановил свою форму, а значит восстановил свое свойство. Ага. Изменения конформации часто носят обратимый характер. Господа, вы, вероятно, просто не осознаете, что из этого следует. А следует из этого вот что. Есть у вас молекула с химической формулой. Ага, отлично. Можно исследовать свойства этого вещества. В экспериментах. Я взял, провел 100-500 экспериментов взаимодействия этого вещества с другими веществами. И составил список свойств. Ага. А теперь я ее освещаю, сжимаю, облучаю, там, я не знаю, пою над ней заклинания, бью бубен, совершаю ряд действий. Да? Скажите, от этих действий свойства этой молекулы изменится или нет? Нет. Если уж она серная кислота, она и в Африке серная кислота. Она и на Марсе средняя серная кислота. Свойства ее неизменны. Во всей химии неорганика, которую вы будете проходить в школе, если уж есть свойства вещества, они, можно сказать, приклеены к этому. Формуле они всегда такие. А теперь берем белки. А белки – это молекулы с выключателем. Они могут меняться. Свойства белков, мало того, что могут меняться. Их можно заранее определенным образом управляемо менять. Это организм может делать? На этом основана жизнь. На том, что в клетках при небольшом изменении условий некоторые белки переходят из состояния 1 в состояние 2. Допустим, этот белок работал, сейчас пока я говорю совершенно фантастические термины, потом мы в них разберемся, он работал в качестве сжигателя топлива. Вот это состояние 1, если рядом с этой молекулой находится топливо, то эта молекула сжигает топливо, клетка получает энергию. А теперь, допустим, все, но получается, больше энергии не надо. Что достаточно сделать? Изменить условия, белок перешел в это состояние. В этом состоянии он будет сжигать топливо? Нет, он будет сжигать. А теперь опять энергия понадобилась. Возвращаем к прежним. Вернул условия к прежним, что эта же молекула начинает делать. Сжигать топливо, клетка получает топливо. Еще раз я говорю, это пример, конечно, носил сейчас фантастический характер, упрощенный сотню раз и искажающий реальность. Потом мы корректно с вами посмотрим, что получается. Важно, что свойства белков в некотором смысле можно программировать. Есть такие условия, у белка определенные свойства. Меняем условия, белок эти свойства поменял. Вернул условия к прежним, белок установил свои свойства. Хорошо же. Ну а теперь под закуску. Ну, это такой же пассивсплотаж. А ну-ка подумайте, как надо замучить белок, что надо сделать, чтобы конформация стала необратимой. Чтобы вот изменил конформацию и все. Дальше возвращение. Удалить из него эти связи. Что? Если эти связи конформации двойные. Ну не связи, а эти, те, что образуют эти связи, радикалы. А что образуют? Радикалы. Радикалы. Да, есть радикалы? Хорошо. Если мы, за счет воздействия, допустим, химическим веществом, выдернули какой-нибудь радикал, на самом деле, это мы какую структуру изменили? В рамках какой структуры? У структур есть номера. Какую структуру белка мы изменили? Первичную структуру. Вот если при воздействии на белок изменена, оказывается, первичная структура, причем неважно как. Убрали один радикал, ставили новый радикал, либо взяли цепочку, разрезали на кусочки. Вот так связь порезана, пептидная. Так, после такого изменения сможет ли белок восстановить форму? Нет. Итак, при изменении первичной структуры,
первичной структуры. Конформация всегда. Конформация всегда меняется необратимо. Какие условия могут так сделать? Температура прежде всего. Конформация? Конформация всегда меняется необратимо. Типичный пример. Вы варите яйцо вкрутую. Вы взяли яйцо и нагрели в кипящей воде. В результате полужидкое состояние белка, а это реально раствор белков, прежде всего альбумин, перешло в плотное. Получили плотный белый белок. Хорошо. Если вы теперь опять остудите яйцо, белок опять станет прозрачным полужидким? Нет. Не выйдет. Произошло необратимое изменение конформации. Вот такие процессы часто называют денатурацией белка. Так, денатурированный белок не может вернуться к прежним свойствам. Могут воздействовать некоторых химических веществ, может проходить денатурация. Ну, допустим, я не знаю, там 90% спиртом. Залегли. В ответ на это все участники потеряли воду, потому что спирт просто связал всю воду. Он обладает диким сродством к воде и, соответственно, стягивает на себя воду. Ты вызвал ряд химических изменений. Все, белки поменялись так, что обратно вы их не переведете. Никаким методом. Вот. Значит, прежде чем мы закончим, а мы сейчас заканчиваем с вами уже. Вот такая справочка. На самом деле мы сегодня с вами разобрали, ну, их два по степени важности, два таких занятия. Вот это занятие, посвященное белкам, и еще потом у нас будет занятие, посвященное нуклеиновым кислотам, ДНК и РНК. На самом деле мы с вами физикой и химией зачем занимались? Вот, 4 дня перед этим потрачены. Зачем? Для того, чтобы вот этот материал для вас был хотя бы отчасти осмыслен. Чтобы вы хотя бы примерно могли себе представить, еще раз подчеркиваю, хотя бы примерно, что и как происходит с белками, а затем представить себе, что и как происходит с нуклеиновыми кислотами. Потому что занятия химией и физикой для нас носили служебный характер. Поэтому в очень многих случаях я допускал резкие упрощения, приводил такие модели, которые если бы ставили задачку всерьез заниматься химией, такие модели были бы недопустимы. Пожалуйста, не считайте, что после этих занятий вы теперь знаете науку химии. Спасибо. Вы знаете некоторые основы, которые достаточно для того, чтобы разбираться с нашим материалом. Примерно так. Ну а дальше вы поймете, как работают ваши мышцы. В частности, вы поймете, как работают ваши органы чувств. Глаза, уши, кожа и так далее. Мы, наверное, сегодня не успеем, а все-таки завтра. Первая важнейшая функция группы с понятием фермента. Вот когда мы разберемся с тем, что такое ферментативная функция группы, вот тогда нужно проходить ко всему остальному. К двигательной, чувствительной, транспортной, ко всем остальным. А у белков огромное количество разных задач.